слышал? Нет, ну вчера слышал. Я вчера не слышал. Он же слова так и нет. Нет, у меня за окошком снегири, елику с рябиной, золотые ягоды тлеют на снегу. Я сегодня ночевал с женщиной резиновой, без которой просто жить больше не могу. Я сегодня ночевал с женщиной резиновой, без которой просто жить больше не могу. Я смотрю в ее глаза, да чего ж красивые, и не курит, и не бьет, под боком не храпит. Я давно мечтал иметь бабу терпеливую, у которой голова ночью не болит. Я давно мечтал иметь бабу терпеливую, у которой голова ночью не болит. С этой женщиной мы, опа, словно небом венчаны. Как подумаю о ней, вспоминаю вновь. Я зашел тогда в секс-шоп, делать было нечего. А выходит, повстречал первую любовь. Я зашел тогда в секс-шоп, делать было нечего. А выходит, повстречал первую любовь. Галя с мамой заходит в секс-шоп первый раз в жизни и увидел на полках фалоимитатор. Мама, можно я вот цього візьму? Каже, бери дома. Ой, який красивий. Чого, мама, можна я оцей візьму? Да бери дома. А оцей, який прозрачний, мама, можна я цей візьму? Да бери, скільки влізе, я тебе прошу. А я тут, знаєш, що говорить? Такий секшоп, говорить, дайте мені вот этот і вот этот красний. Он говорит, ну эти два без проблем. А за огнетушителя должен спросить.